Поехали. Я позову Илюху, позову Сержикаса, позову вообще дофига чуваков, все сделаем офигенную работу. Ну чё, пора выполнять обещание. 7 профессиональных графических дизайнеров. Работы стоимостью больше 10 тысяч рублей. Сегодня будет просто битва титанов. Я придумал 7 различных тематик и рандомно раздал их участникам. А какие будут участники и тематики, вы узнаете прямо сейчас. Это Илья кто, Сигачев, донатик? Человек, которого не... Хорошо. Что смотреть будешь? Exile, Twitch FM, Бордика, Дымоход, может быть. Вот так. Спасибо большое, Слон, еще за 30 рублей. Что-то у меня это... Что-то по горлу мне жижа дает. Я что-то не поняла прикола, какого фига она мне по горлу дает. Может, застоялась, конечно. Не нужно представлять. Вы его видели во многих моих видео, но он еще ни разу не участвовал в битве графических дизайнеров. Это же давно, это новый, самое время это новый это видос. Исправить. Павел Бонд. Он также не нуждается в представлении, участвовал в обоих битвах и очень круто себя показал. Вы его точно должны помнить. Сергей Сержикас. Я не один раз сотрудничал с этим парнем и говорил, что я его очень хочу позвать в ролик. Наконец-то это свершилось. Макс Асабин. Широко известный графический дизайнер не только в СНГ, но и по всему миру. Титан. Просто титан, одним словом. Каитор. Иностранный участник нашего шоу, родом из Венесуэлы. Делает очень качественные и сочные работы в прямом смысле Блин, этого слова. Блин, капец, они круто все делают. Вы сами посмотрите. Ростислав Демчук. Человек, так нет, я не врубаюсь. Жижа новая, я ее только купила. Я ее парила полчаса назад, все было окей. Сегодня вату поменяла. Почему резко по горлу начала давать, что-то я не поняла. Которая не первый год занимается дизайном и прекрасно знает толк в своем деле. Катя Форелли, первая участница нашего батла, делает ну просто красивейшие работы, и я уверен, что она себя прекрасно покажет. Сейчас нужно придумать... Блин, чуваки, занимайтесь фотошопом. Вот это такая годная тема, которая пригодится в совершенно разных областях. Что делать каким-нибудь там ютубером, стримером что-нибудь, что обрабатывать просто какие-нибудь фотографии. Это вообще, это такая годная тема, это сейчас очень актуально, и не хватает прям вот нормальных чуваков, которые это делают. Тематик и рандомно профи, раздать профи. Их участникам. Я даже не знаю, что придумать. Я бы не был собой, если бы не дал эту рубрику «Единственный и неповторимый киберпанк». Да, киберпанк. И эту рубрику Господи, у нас досталась Кате Форелли. Так, друзья, ко мне уже приехал Илюха. Поскольку у меня нет таких крутых друзей-фотографов, Илюха будет делать фотографии исходники для всех. И ты можешь все в расфокусе сделать для остальных участников, запортачить им все фотографии. Я так и планировал. А себе стать самое лучшее. Давай, кадр сделаем с тобой. Давай, улыбайся. Так, друзья, делаем киберпанк. Из принадлежности я использую меч Star Wars. Но конкретно нужна его рукоятка, такой вот рюкзак, маска, ну и куртка на мне, и повязка там. И шампуры. Вот почему шампуры вся тематика киберпанка какой такая охрененная? Ну это же просто капец. В итоге у нас получился такой исходник, по мне выглядит очень круто. Второе, нормально, что я, наверное, нормально бы предложил, это фэнтези. У меня, кстати, есть самурайский меч. Мне кажется, отлично подойдет, чтобы из меня сделали персонажа какой-то фэнтези истории. Клево. Фэнтези у нас делает Макс Асабин. Было бы круто, если бы из меня сделали Ведьмака. Друзья, мы выставляем свет, и совсем скоро, наверное, вы что-то увидите. Вот. Поддали свет. Основная идея для фэнтези-фотографии состояла в том, чтобы встать на какую-то возвышенность и сделать фотографию снизу. Нихуя себе! Я сейчас чуть не помню. Для этого мы использовали черные шмотки, чтобы их легко было вырезать или наложить какую-то другую одежду, доспехи там, например. Я тут ни при чем. А также меч, катану. В принципе, все. Ну и свет. Это второй донатик. Не боишься парить? Сколько смертей от парения? Слон, нет. Никто не умирает от таких жижек. Умирают от других жижек, бро.
вот прям. Не люблю я красный свет. Знаешь почему? Почему? Потому что это цвет не подписки. А люблю я серый цвет. Я чуть-чуть ничего не пырнул. В итоге для фэнтези у нас получился такой исходник. Блин, офигенно. Так. Уже даже без обработки фотки имбово выглядят. Давайте теперь пусть из меня сделают персонажа какой-то хоррор игры. Добавляем жанр хоррор. Мне кажется, я очень подхожу для какой-нибудь хоррор игры, 100%. И хоррор у нас делает Ростислав Демчук. Блин. Могу разрубить эту табуретку? Нет. Исходник для хоррора у нас получился вот такой. О, кстати, пусть кто-то из меня сделает зомби. Не сказать, что мне всегда было интересно, но я бы не отказался посмотреть на себя, если бы я стал зомби. Зомби из меня сделает Илья Сигачев. Нет, ты, Илюх, ты же знаешь, что, ну, на фото нет звуков, да? Поэтому, как бы, без этого. Ну, откровенно чувствую себя дебилом. А вот исходник для зомби-фотографий. Не будем также отходить от игровой тематики. Я предлагаю, чтобы кто-то сделал Fallout. Тематику — это одна из моих самых любимых игр. Я очень люблю этот мир. Fallout у нас достается Сержикасу. Да, ровно немного вот так. Я думал, как лучше будет. Посмотри. Я же должен углядывать. Да, должен. Это кто, донатик? Ладно, выглядывай. Понял. Принял. Спасибо еще за донат. Спасибо. Исходник для Fallout. Я уже, если честно, задолбался это говорить. Тематика Fallout у нас есть. Давайте теперь сделаем 60-е. Мне очень нравятся такие фильмы, как «Легенда», «Самый пьяный округ в мире». Надену что-то классическое, и пусть меня отправят в прошлое. 60-ми займется Паша Бонд. Эй, парень! Угадайте, что это? Да, это исходник. Поздравляю. Также один из моих любимых фильмов — это Джон Уик, и пусть кто-то сделает, да, меня Бонд просто персонажем охрененный какого-нибудь боевика. У Илюхи есть пистолет, я это точно знаю, и можно будет сфотографироваться с пистолетом. Боевик у нас будет делать наш иностранный гость, но и сразу хочу сказать то, что изначально мы делали исходник у меня дома, но затем Кейтор попросил перефоткаться в полный рост, и мы сделали исходник у Ильи дома, но там процесс я уже не записывал, вот. Перед тем, как мы перейдем к финальной части выпуска, я хотел бы порекламировать свой же канал XL Live. Я там снова начал делать футбольную тематику, собрал наконец-то это крутых, харизматичных ребят. Там даже засветился Олег, который кофе. Обязательно посмотрите после того, как вот вы сейчас досмотрите ролик, потом перейдите, обязательно посмотрите футбольный ролик. Спасибо. Что это происходит, ёбаный ты? Рот, блядь, ну как это назвать? Кончалыга ты, вот это... Ну что, финальный день. Сколько, Илюх, дней прошло с момента, когда мы сделали фотографии? Дней 5-4 где-то дня. Ребята сделали фотографии, все готовы. Я не видел ни одну фотографию, честно говорю. Зуб даю на отсечение. Давай начнем с Киберпанка, может быть. Давай. А кто Киберпанк у нас был? Киберпанк у нас сделала Катя. Вау, это прям такой арт. Ну да. Круто вообще, очень круто. А, да, еще много отсылок, она говорила прям дофига. The album of the young DJ break the old record. Типа тут новости. Marshmello was killed. Чего? Блин, вообще столько отсылок, это круто. Блин, мне очень нравятся цвета. Ну да, розовый, мне нравится зеленый, кстати. Клево, да. Мне вообще очень хорошая работа. Мой инстаграм будет просто максимально прокачан. Кстати, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Каждый день там будет выходить фотография из этой подборочки. Давай посмотрим хоррор. Хоррор. А, давай. Эту фотографию у нас сделал Ростислав Демчук. Ля. Топор.
Слышишь, ну он тоже из меня такого зомби сделал. Ну нормально, нормально. Нет, слушай, тут не зомби, это, мне кажется, просто такой чувак, поношенный жизнью какой-то, смотритель за кладбищем. Да, типа маньяк такой. Во-во-во. Клево, клево. Я считаю, что такого персонажа должны добавить в Dead by Daylight. Будем надеяться, что тебя смотрят разработчики. Так, давай посмотрим Fallout. Я хочу Fallout посмотреть. Кстати, слышь, Нерфон все-таки оставил, немножко его перекрасил, да. снизу добавил, так, как пип-бой, как я просил. Мне кажется, надо было Нерфа заменить. Мне нравится. Ну, выглядит круто. Получается, стоит автомат с Нюка-Колу, я за ним скрылся. Пип-бой показывает, что у меня все тело пока что цело. Я знаю, что я сделаю, я постеры закажу и повешу у себя дома. Блин, это клево будет выглядеть вообще. Давай работу Асабина, Макса посмотрим. Элементов. Кажется, что просто взята какая-то фоновая картинка, а на самом деле это все отдельные элементы. Прикольно. Вау! Блин, вообще. So good, goddammit. Офигеть. Ну да. Блин, nice. Круто, у меня такой меч. Господи, как это клево. Он, кстати, особо не менял, даже плащ оставил мой. Сделал мне такой доспех и сделал мне, да, повязку. Блин, клево вообще. Блин, я хочу заказать просто. Я хочу заказать постеры и повесить вот здесь вот. Блин, это очень клево. Я просто рассматриваю, прям круто. Сочно, мощно. У меня слов нет, я просто сейчас вот с открытым ртом смотрю на эту фотографию. Мне очень нравится. Так, давай тогда работу Бонда посмотрим. О, блин, вот это очень. Вау! Блин. Вот это прикол, слушай. А ты не слишком жесткий, блин? Ну, как бы, жалко человека. Я просто секс-машина. Я какой-то слишком красивый на этой фотографии. Блин, это просто настолько круто. Все ребята, которые делали фотографию, вы просто... Это настолько охренительно. Сколько сейчас... вы видите машин на этой фотографии? Да. Так, а сейчас мы, получается, будем смотреть работу нашего Кейтора, иностранец. Сейчас Кейтор начну. Отличается тем, что он каждую свою работу, он анимирует. Это обязательно подписывайтесь на всех ребят, будут инстаграмы всех участников. Обязательно подписывайтесь, потому что они делают нереально крутые работы. Блин, вот то, что анимировано, очень круто. Вообще. Вот это топчик. Ой, как же классно. Прикольно. Чувак! Офигеть. Прикольно, я люблю, когда можно рассматривать. А это еще в Инстаграме должно зациклиться, да? Или нет? Да, это зациклится в Инстаграме. Но тут тоже, знаешь, типа, отдает киберпанкам. Тем не менее, экшн-фильм... Киберпанки. И так пойдет. Не, кстати, вы ему сказали экшн-фильм, а что, экшн-фильм может быть вообще в любом сеттинге, так что... Да, да. Так, Илюх, ладно, теперь получается твоя финальная работа. Киберпанки — это просто охрененно. Блин, да что такое все классное, а? Капец, реалистично выглядит. А, ты глаз добавил, да? Да. Я понял, а чей это глаз или это мой? Нет, это чей-то глаз, но ты шел и вытащил у кого-то глаз. Офигеть. Да, я тебя пальчик оттяпал. Ну, в смысле, не я, а кто-то там. Вот. Видимо, ты когда глаз у кого-то вырывал, он... Слушай, ну это прям зомби, прям зомби. Если бы мы сейчас сидели все рядом или хотя бы в Дискорде, я просто вас бы поцеловал 100%. Эти работы — это next level. Просто мировой уровень — это охренительно. Блин, мне очень понравилось. Ребята,
ребят, понравилось ли вам. Тут будет голосовалка, это какая фотография пушка вам понравилась больше всего. Это так чисто, ну, интересно. Огромное вам спасибо за просмотр, огромное спасибо Илюхе за то, что он мне помог сделать это видео, за то, что он сделал всем такие крутые исходники. Всегда пожалуйста. Спасибо еще раз вам, ребят. Обязательно подписывайтесь на каждого участника, если вам интересна такая тема. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Еще раз, надеюсь, вам все понравилось. Мы старались все вместе. Какая имба. Блин, где второй лайк поставить? Посмотри, всего 13 дизов. Охренеть, это просто пушка.